вход в столовую со стороны ресепшена. Это один зал. Достаточно много посадочных мест. Картины. Здесь начинается второй зал. Здесь булочки. Здесь суп. Там кофе, чай, напитки. Второй большой зал. Здесь раздача. Здесь салаты, зелень, пироженки. Выход на террасу. Терраса под навесом. Вот такой замечательный вид с террасы. Вид на один бассейн. Еще один обзор большого зала. Вход в столовую со стороны улицы. И тоже столики для приема пищи на свежем воздухе. Либо вот здесь садятся люди тоже в тени на свежем воздухе. Вот так выглядит столовая со стороны. Вон та самая терраса второго этажа. Питание в столовой очень хорошее, вкусное. Получается шестиразовое. Первый завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин. И еще зачем-то вечерний суп, ночной суп. Плюс с 10 до 2 бургеры